Анатолий Пшеничный, ветеран войны, 19 лет, читает Медведева Анастасия, село Быстрый Исток. Прибывающий поезд, не нужен билет. И уже обнимаю с разбега ветерана войны, 19 лет, на исходе 20 века. Он мальчишка лицом, он со мной как с отцом, по-живому шагает Арбату. Нам удобней пешком, он был лучшим дружком моему непришедшему брату. И про то, кем был брат, и про Джелалабад, и про цель на радарном экране он рассказывать рад, но ударил набат на кремлевском великом Иване. Спящий колокол был, будто небо рубил, будто голуби звуки взлетали, был обуглен закат, и рекламный Арбат отражался от белой медали. И сказал он тоске, как красиво в Москве, и куда ни взгляни, пьедесталы подряд, ну а там для ребят только скалы одни, только скалы. Если где-то война, значит где-то беда, та, что мы на себя перепишем. Он был старше судьбой, не на год, так на бой, из которого брат мой не вышел. Был проездом и нет, и смотрел я во след, и качался вагон, как калека. Ветерану войны 19 лет я желал 21 века.